В общем, мы с Диманом пришли на этот самый жуткий лес, и мы сегодня проверим один очень-очень-очень жуткий миф. Короче, существует ли херобрин в Чикенгане? Просто будем искать кого? Его по лесу. Да, мы будем пытаться найти херобрина. Так он же только в Майнкрафте вроде, нет? Я не знаю, мне кажется, он и в Чикенгане есть. Так, вот, я думаю, он везде уже есть. Окей, погнали туда в лес исследовать. Погнали. Так, вот какая-то кофяка у нас. О, тут. Смотри, о, это что такое? Почему кофяка какая-то зеленая? Так, а это что? Снег, подожди, ты видишь, идет, снег классно. Идет, что за фигня, блин, снег идет в лесу, просто на одном месте. Это что за пытки тут такие? Я не, это что, ё-моё, тут, прикинь. Тут, походу, ядерные бомбы какие-то будут взрывать, и они подыхают. Прикинь, это все взорвется, это же вообще жесть, тут пол леса, блин, снесет. Это что за фигня, кто это вообще сделал? Так, в зеленую жидкость, главное, не наступать, она какая-то вообще непонятная. Я не знаю, она не открывается? Нет, просто наверх. А тут стрелочка наверх. О, Диман, я что-то увидел. А что это? Ты видишь там какое-то здание? Да, а что это? А как туда подняться? Ладно, потом изучим это так, давай. Окей, давай, короче, лес давай, сначала изучим. Давай под мост сходим, там ближе всего сейчас. Окей, давай, тут, блин. Тут следы уже куда-то. Да, смотри, тут, смотри. Да, я вижу, реально следы куда-то ведут, что за фигня? О, там что-то есть реально, следы ведут куда-то. Так, я покажу, о, я вижу комбайн. Комбайн, так. Чё? Чё? О, вот это, блин, и пытка. Так, это что за кровавое месиво? Ё-моё, я не могу на это долго смотреть, меня сейчас просто вымет, это что за еще за фигня? Что за фигня? Это реально очень жестко. Идем отсюда нафиг. Дай-ка я хотя бы. Чё, мне комбайн урон наносит? Смотри, Диман, он меня сейчас замочит. Блин, это жесть. Ну что? Диман, отойди. Он тебя просто раздробил. Ты их раздробил. Нет, я их не раздробил. Что ты сделал? Я комбайн убрал, Диман, ты чё? Их бы... Yes. Я их спас наоборот, ты чё, совсем? Я не знаю, но ты их... А! Диман, не подходи, оно реально может убить, это но реально бешеная штука. Я убил какой-то комбайн, как будто... Так, Диман, так, ты где появился? Я появился недалеко, я сейчас прибегу. Давай быстрее, Диман, самое главное, быстрее иди. Так, давай тебя... на парковочке встретимся. На какой еще парковке? Ладно, блин, задолбал. Как ты так, блин, зачем ты под комбайн полез? Ну ты чё, Диман, может уже сходим туда? На ту... Ну там, где вверху какое-то здание было. Я не знаю, но мне, возможно, показалось, там кто-то в парковке. В парковке сидел, наверное, показалось. Ты чё, в парковке кто-то сидел? Не, Диман, это фигня, там никто не может сидеть. Ладно, погнали в лес. Сути. Тебе, Диман, точно показалось. Всё, погнали, короче. А, вот это кто? Подожди, чё? Это кто такой? Диман, это херобрин. Это херобрин, валим оттуда. Он существует, что? Чё, вы все это видели? Херобрин существует в Чикенгане. Чё это за фигня? У него точно такие же белые глаза. Это фигня? Он же только в Майнкрафте должен быть. Ну, оказывается, и в Чикенгане он тоже есть, Диман. Вот сейчас самое время взлететь туда наверх. Погнали? Да, давай. Так, подожди, а тут следы крови откуда-то? Да, это дорожка куда-то. Подожди, может, да, может это паркур, Диман, это паркур, даже взлетать что, не надо. Давай, паркур по дорожке. Чё, блин, все равно мне пришлось наступить на эту зеленую жидкость, ё-моё, а как до туда допрыгнуть? Так, надо еще туда подставить одну. Так, кого? Где? До туда возможно. А, да. До туда невозможно. Тут просто пропало, кровяка уже разлилась. Так, вот так вот, оп, отлично. Так, я все равно не допрыгнул. Чё за фигня, почему они так далеко находятся? Да тут уже невозможно допрыгнуть. Так, следующее. А, так, Диман, давай. Прыгай, я ничего не вижу. Так, давай. Давай на следующий, Диман. Прыгай, 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 давай уже. Как? Я не могу запрыгнуть. Чё? Так, повыше, отойди. Повыше, повыше, повыше. А, Диман, ну что ты сделал, блин, я там упал. Я тоже упал. Блин, ты балбес, давай тогда уже на платформе возьмем ладно, и взлетим. Ладно, давай, реально, этот паркур слишком сложный. Да, ну его нафиг. Все, Диман, короче, надо быстрее взлетать. Диман, хера, блин, сидит прям за деревом, он наблюдает. Ладно, давай взлетаем. Он наблюдает за нами. Что с платформой, почему она у меня колбасится? Смотри, я не знаю. Смотри, смотри. Что это такое? Это как так? Ё-моё, а у меня не колбасится. Чё за фигня? У меня она как будто левитирует, так ладно. Так подожди. Диман, я опять... Я валю, просто валю отсюда нафиг. Чё там? Я валю. Чё там было? Просто, я не знаю, я дар речи потерял, я не знаю, как тебе это сказать. В смысле, это там... Просто сам поделись, посмотри, это просто капец. Подожди, чё? Я не хочу больше туда смотреть. Чё там увидеть такого можно было? Ладно, я с тобой согласен, надо валить отсюда. Просто жесть, я валю. Чё это за фигня, Диман, была? Че это за фигня только что была? Диман, хера, блин, он еще стоит и наблюдает. Диман, валим оттуда. Надо валить, валим. Хера, блин, реально без остановки стоит и наблюдает. Че за фигня? Кого ему, че ему надо от нас? А, Диман, подожди, мы с тобой потерялись, кажется. Ты где? Диман, ты где? Херобрин стоит, так я убегаю. Ты, ты чё к нему подходишь, чё, Диман? Я вообще в шоке. Валим, чё? Он забыл в Чикенгане, он его же не должно тут быть, он только в Майнкрафте. Ему просто не должно здесь было быть. Это какая-то жесть, Диман. Чё происходит в этом вонючем сервере Чикенгана? Что за магия какая-то? Просто какая-то жесть. Кажется, а чё с этим? Это что? Подожди, он типа тут стоял, и он просто сквозь мины... Диман, он чё, сквозь стены ходит или телепортируется вообще?